Всем привет! Сегодня я решил сделать новую часть битвы скинов. Я решил к этой части прям жестко закупиться скинами, но гемов мне точно не хватит. Так где же их взять? Конечно же на PlayRock. Это очень большой маркет, где можно купить гемы как по Бравлу, так и по какой-нибудь другой игре. Зарегаться здесь очень просто, можно войти через ВК, а далее нужно пополнить баланс. Ну, я все-таки хочу затащить сегодня, поэтому надо жестко закупиться. Давайте вот так. Все, магия, теперь можно выбирать товар. Кстати, цены здесь очень даже адекватные. Но вот это мне понравилось. Да, сразу 2к гемов, ну а что мелочиться? Давайте купим. Оплатить здесь можно сразу с кошелька. Неужели уже все? Что? 2137 гемов, у меня впервые такое? Это жесть. Это заняло 3 минуты где-то. Так, давайте тогда купим скин на Белль. Да я вообще все могу купить, весь магазин. Так, ну в первую очередь этот скинчик классный. Так, ну еще я сейчас сам посмотрю, подумаю, что еще тут взять. Подтверждаем получение. Давайте поставим 5 звезд, потому что продавец это живой человек. Я думаю, ему будет приятно. Ну а если вам что-то не понравится, то можно написать в техподдержку, тут тоже сидят живые люди. В общем, это очень хороший вариант задонатить для тех, кто из России, поэтому ссылку на PlayRock я, конечно же, оставлю в описании. Я сегодня специально отобрал очень таких жестких участников. Давайте я вам даже покажу всех, чтобы вы понимали, что у нас сегодня будет жесткая и интересная конкуренция. Всего 5 раундов, 2 соло, 2 парных и 1 командный. Скины на каждый раунд должны быть разными, то есть повторяться нельзя. И надо думать, какой скин куда взять. И затащить только один, у которого будет больше всего побед. Начинаем? Кстати, я вам совсем забыл представить нашего самого честного и неподкупного судью, Виталити. Так, ладно, я что ли, да? Я с Эдгаром. Но тут, по-моему, все очевидно. Но смотрите, у меня намного лучше. У меня, да, у меня вообще и плащ, и летит зеленым. Не, тут очевидно, да, моя победа. Так, далее у нас кто? Вставайте. Что такое? В чем проблема? Ворон синий или Кольт? Слушайте, по-моему, Ворон... Что? Почему? Мне больше Ворон понравился. Ну ладно, все-таки это судья решает. Так, Джеки против Макс. Я не помню, если честно, вот этот новогодний скин на Джеки, он за гема же? Но просто у Макс какой-то банальный скин. Ну не то чтобы банальный, он интересный. Но расцветка такая же, красная-желтая. То есть я бы, наверное, выбрал Джеки, ну типа как победителя. Да-да, ведущий также думает. Ну, его мнение здесь совпало с моим, хорошо. Так, далее у нас, давай, Бас, иди. Бас что-то у нас странно делает, может у него с интернетом проблемы, не знаю. Ну да, Бас тут вылетает. Да. Так, далее кто у нас? Я что ли? Ну все, я против Кольта, но у меня же лучше, ну смотрите. У меня вообще прям все светится. Не, у меня, я должен проходить. Ну давай, хорошо. Самый честный и неподкупный ведущий сделал правильный выбор. Так, Джеки или Кольт? Вот здесь сложно. Ну, наверное, Кольт получше. Посмотрим, что думает судья. Давай, судья. Принимай решение. Надо выбрать кого-то. Ну что, почему он так долго думает? Уже туман подходит. Ну давай быстрее, судья. Он выбрал Кольта, окей. Так, ну и теперь финал. Кто же победит? Ну что? Кто? Я или Джеки? Все. Я затащил. Хорошо, но я считаю, что все честно. Я считаю, что ведущий молодец, все правильно сделал. Следующий раунд. Я тут подумал, зачем давать кому-то шанс, если можно затащить сухую. Поэтому я взял очень крутой скин на Спайка. Ничего себе, у моего соперника тоже жесткий скин. Я тут даже не знаю. 50 на 50. Но если ведущий фанат смешариков, то он выберет, ну, Динамайка. А, нет, все-таки он решил... А, или меня, стоп. Он что, думает? Не понял. А, все. Все-таки я затащил. Это было очень опасно. Я на самом деле сомневался.
Ну, потому что у него скин тоже классный. Так, ладно, дальше у нас Рикошет и Мортис. Ну, если честно, самого главного противника моего уже нету в живых. Поэтому я даже не знаю, кто тут затащит. Дэрил, да его каждый может получить. Барли прикольно, но, наверное, нет. А Фэнк, ну, хз. Так, ведущий выбрал Мортиса победителем, но не знаю. Спорная ситуация. Золотой скин, конечно, классный, но сами понимаете, что... Ну, он не такой, как бы, красивый, эффекты у него не особо. Так. Что-то я не понимаю, то ли лагает интернет у кого-то, то ли еще что-то. Ну все, минус Ролин. Да, минус он. Бывает, бывает такое, что какие-то подвисания. У меня тоже такое бывает, если быть честно. В прошлом видосе, по-моему, было такое. Так, ну тут Фэнк, очевидно. Очевидная победа Фэнга. Ну, не то чтобы прям очевидная, но все-таки его победа. Да. Минус Дэрил, давайте поможем. Потому что, ну, игра слишком долго будет идти, если не помогать. Я все-таки думаю, надо пострелять, помогать ведущему. Так, ну тут я должен проходить дальше. Да, хорошо. Молодец, ведущий. А, все идет по сценарию, как и договаривались. Так, минус Барли, что ли? Он сразу принял решение уничтожать Барли? Не знаю, тут такая спорная ситуация, но вот он за Фэнга, хорошо. Ну что, убивай, убивай тогда. И финал. Ну что, самый честный и неподкупный ведущий на свете, давай. Сложное решение, но ты знаешь, кого выбрать, да? Давай. Что? Подождите, мы так не договаривались. Алло, Виталити? Что? Ну, по-моему, он выбрал Фэнга. Мне надо уйти в туман. Блин, слушайте, обидно, обидно. Неужели этот скин на Фэнга лучше? Он же дешевый. Он гемов 70 стоил. Напишите в комментах, согласны ли вы с ведущим или же нет. Ну а теперь у нас тимплей. Битва в командах. Ну точнее в парах. А, так, где мой... А, это галактическая Лола? Ну это же нормальный скин, да, по идее? А, по идее мы должны проходить первый этап, как минимум. Так, ну давай, Динамайк. Ну почему именно через меня? Ну что это, Виталити? Ну зачем так делать? Так, ну что, у кого лучше? Ну, у нас, я думаю. Ну да, очевидно, очевидно, наша победа. А, так, банки наши, по идее. А, далее у нас... Кстати, интересная ситуация получается. Смотрите, справа Лев Булл, далее Тара, а слева Спраут, прикольный очень, и Джин. Но Джин уже такой заезженный скин, поэтому я бы, наверное, выбрал Тару с Буллом. Что?! А, нет, ведущий все-таки убивает левых. Хорошо. Так, ну что? Мы против вот этой вот замечательной пары. Слушайте, не знаю, 50 на 50. А, все, мы затащили, да? Хорошо. Ну что ж, это решение ведущего, и он решил отдать нам победу. Надеюсь, что все честно. Неужели мы опять затащим? Но я взял не самый топовый скин, он такой... Ну, один из моих самых любимых, но не самый. Так. Стоп, а где сердечки? Подождите. По-моему, у меня сердечки должны быть. Ну, сердечки от удара. А где они? Стоп, их убрали, что ли? Или так и было? Подождите. Я не понимаю, где сердечки? Мы сейчас слить можем. Ну ладно, тут, наверное, мы должны проходить. Потому что там... Что? Нет, мы сливаем. Ведущий, за что? А как так? По-моему, ведущий просто влюбился в Пайпер, поэтому отдал им победу. Но потому что у Эша обычные скины, и они как-то прошли. Так, тут выбывает у нас Мортис с Бо. И финал, как бы.